Ну что ж, ребята, Skufaus Factory наконец-то вышла в релиз. И я, как главный сети Skuf, а я думаю, что я могу себя так называть, все-таки не каждый выпустил 600 серий по игре, обязан теперь ее пройти и посмотреть, собственно, что там. Ради этих целей была куплена игра в Стиме, пока она еще была по скидкам, потому что Epic это не по-пацански, а Steam это по-пацански. Так что я вот теперь есть в Стиме, если кому-то это интересно, то как бы вот. Значит, у нас нет никаких загрузочных сохранений, потому что они нам не нужны, и у нас есть теперь только один путь. Один путь у нас есть с вами, ребята, это отправиться на травяные поля и повторить, собственно, то же самое, что мы повторяли в 2018 году. Но в этот раз... Кш! Кофе! Так, кофе... Оволь. Название сеанса будет кофе. Мы не будем пропускать вступление, мы не будем делать никаких расширенных настроек, мы просто погнали. Так, запуск новой игры начального быстровиные поля. Давно я не видел этой картинки. Инструктаж не пропускаем, никаких расширенных игр, настроек, один игрок, доступность сеанса. Поехали. Ну что, телевидение, показывай, что-то там напридумывал. В релизной этой версии. Ну? Отсоединение от основного транспортного блока. Группа 8 прибыла в Калийский сектор. В Калийский. Все первопроходцы дееспособны. Начинается распределение. Внимание, первопроходец, я вас личный экземпляр автоматизированного нейросетевого ассистента. Аха. Ну, он ада будет. Добро пожаловать в программу спасения корпорации Fixit. Первопроходец Fixit должен выполнять три основных вида работ. Строить. При возведении любых сооружений все первопроходцы обязаны придерживаться указаний и инструкций Fixit. Автоматизировать. Каждый первопроходец отвечает за развертывание и эффективную работу трубопроводов, аванпостов и энергетической инфраструктуры. Исследовать и осваивать. Планеты, выбранные корпорацией Fixit, имеют большое количество ресурсов, готовых для применения или подходящих для исследования. Оставайтесь в пределах. Услышьте нашу песню. Вот почему мир рассчитывает на таких первопроходцев, как вы. Быстрое решение давних проблем. Начинается посадка на планету. Вход в атмосферу через 3, 2, 1. Начало аэродинамического полета. Сопротивление в пределах допустимых параметров. Началась посадка. Замедление. Раскрытие парашюта. Раскрытие запасного парашюта. Отсоединение парашюта. Началось приземление. Активация тормозного двигателя. Контакт с поверхностью. Посадка на планету закончена. Целостность посадочной капсулы минимальная. Наличие универсального исследовательского костюма условное. Состояние первопроходца приемлемое. Поздравляем! Вы третий в этой секторе, переживший посадку. Приветствуем на планете Message 2AB, бинарной системы Акича. Теперь это система Акича? О, какая прикольная стала. Загрузка знатомительных задач. Начните прохождение инструктажа. Так, ну давай, научи меня. Что ж. Средства защиты, которые необходимо иметь при себе при ознакомстве с инопланетной мегафауной. Придерживайтесь процедуры Fixit и вооружитесь ксеношокером корпорации Fixit перед выходом из посадочной зоны. Так, ну что тут у нас? У нас максимальные настройки графики, у нас подключен алюмин, чтобы, так сказать, все красиво светилось.
Блин, а где мой завод? А, ну ладно. Ах, да, точно. Завод-то нет. Так, ну что ж, голова, руки, тело, спина, ноги. Все есть. Слава богу. Следующая задача – разобрать посадочную капсулу Fixit Incorporated. Эффективная и прибыльная компания. Мы не производим отходов. Конечно. Посадочная капсула будет переработана для строительства первой части хозяйственно-административного блока, часто именуемой просто хабом. Так, ладно, это мы умеем делать. Удерживайте V, чтобы запустить сканер ресурсов. Так, с помощью сканера найдите и добыть дополнительную железную руду для строительства хаба. Если вам не удается найти железо, проверьте, были ли достаточное количество месторождений железной руды на этой планете. Так, ну что ж, давай сканируем мне железную руду. Железную руду-то убрали оттуда, где она была всегда? Не, не убрали. Железная руда, в принципе, примерно там и находится. Так, ну ладно, что? А где приземлился, кстати? А, в другом месте приземлился. Я тут смотрю, что-то не то. Смотри, что-то не то происходит. Так, ладно, мы побежим вот туда. Где мои равнинки равнинные? Блин, как, такое ощущение, что графика поменялась. Я как-то прям вот как-то по-другому все вижу. Или угол обзора поменялся, что не понимаю. Какое-то все огромное. Ну да ладно. Так, где у нас там руда-то? Там же остался. Там же остался. Ну хорошо. Так, это мы соберем, это нам пригодится. Найден потенциально съедобный предмет. Тот факт, что вы съели этот предмет и выжили, не означает чего-то там. И не дает Fixit достаточных оснований для принятия решений. Сохраните этот потенциальный ресурс для дальнейшего применения. Да-да. Ну и прикольно. Такого раньше при товарище Стали такой фигни не было. Тоже будет говорить, что ли? О, найден потенциально съедобный предмет. Так, ладно. Однозначно нам потребуется много хвороста. Поэтому хворост мы будем собирать уже. Пока бежим, будем собирать немножко хвороста, потому что без хвороста жизнь наша будет скучна, однообразна и сера. О, здрасте. Несанкционированная агрессия по отношению к первопроходцу. Слышали? Несанкционированный агрессивный... О, господи, товарищ. Напугал. Прикольно. Что-то вас перепаяли, по-моему, да? Тебе перепаяли тебя? Ну-ка. Ну да, у них теперь какие-то эти. Когда бегаешь с ними в основном с винтовкой, как ты уже начинаешь по-другому их воспринимать. Давай, я за тобой побегу. И так они бегали по кругу, пока смерть не разлучила их. Так, ладно, этого мы заберем. Это нам потом зачем-то нужно будет. Реально такое ощущение, что что-то поменялось. Так, ну ладно. Давай натыкаем себе немножечко руды. Следующая задача – с помощью строительного пистолета построить хаб. Основным необходимым компонентом в ближайшее время будет железо. Поэтому постарайтесь построить хаб вблизи его месторождения. Fixit не применяет полукилометровый чего-то там. Ладно, сейчас мы себе... Отлично. Так, сейчас мы себе все нарыли. Значит, у нас есть... Пойду осмотрюсь. Не поменяли здесь карту случайно? Оп. Давай-давай, я могу туда забраться. Хорош. Итого. Значит, вот у нас палка-вонялка. Вот у нас, соответственно, наша прекрасная штука. А где скат? Они же не убрали скаты, я надеюсь. Ну, надеюсь, что он просто улетел. Я буду страдать, если скаты убрали. Не, серьезно, а где скат? Ладно, я надеюсь, что он там на угле. Потому что без ската будет очень грустно. Может быть, скатов можно будет потом выводить. Итого, нам... А, вот он, слава тебе, господи. Итого, нам нужно, соответственно, какое-то место. Учитывая то, что я хочу, наверное, строиться где-то вот там потом. Опять же, где скала... Потому что там внутрь тим руда, я об этом знаю, если ее не переместили, конечно. Ну ладно, давай где-нибудь построимся, что ли. Я хрен его знает. Где мы будем строиться? Здесь до хрена железо. Только здесь, по-моему, нет ни меди, нифига. Я ее, по-моему, пока еще и добывать-то не... Да, я не могу ее пока добывать. Ладно, начнем с чего-нибудь. Нам просто что-то начинать. Начнем с чего-нибудь и просто воткнем хаб. Блин, где... Как бог на душу положит. Прямо вот здесь.
Построит фундамент хаба. Терминал верстак хаба — это лишь скромное начало пути первопроходца к успеху. Однако без них нельзя прийти к следующим этапам инструктажа. Когда хаб будет построен, он станет вашей главной рабочей базой. Следующая задача — выполнить улучшение хаба 1. А что, раньше так разве было? А я думал, он раз целиком сразу строился. Ну вот что значит, время-то прошло. Ладно, что ты хочешь от меня, телевидение, рассказывай. Улучшение хаба. 10 пруточков нам нужно. Так, нам нужно 10 пруточков. А 10 пруточков мы можем себе скрафтить из железных слиточков. А железные слиточки, смотрите, без рук. Мама, я езжу без рук. Если кто не знал, надо нажать пробел. Когда-то до изобретения нажатия на пробел мы клали, я лично клал отверточку на мышку. Для того, чтобы это сделать. А теперь видите, как до чего дошел прогресс. Пробел нажал, он себе изготавливает спокойно. И без проблем совершенно. Так, ладно, на 10 прутов нам хватит, остальное мы потом заготовим. Дайте нам 10 прутов. В принципе, нам нужно будет гораздо больше прутов, поэтому я думаю, что можно все в пруты переработать пока. 30 прутов нам будет больше, чем достаточно. Так, ну давай, хаб, на тебе прутов. О, ящичек появился. Выполнил улучшение хаба 1. Хранилище и каркас, переносной бур и другое оборудование теперь можно изготавливать в мастерской. Поздравляем с достижением первой цели, за которой последуют новые цели, открывающие доступ к рецептам и технологиям, необходимым для выполнения миссии Fixit. Следующая задача — выполнить улучшение хаба 2. А, возможно, потому что я пропускал обучение. Было так. Так, значит, нам нужны теперь пруты в количестве 20 штук и пластины в количестве 10. Без проблем. Говно вопрос. Можем себе позволить такие расходы. Текс. Замечательно. На тебе еще 10 пластин. Ренакс. О, другое дело. Толчок появился теперь. Выполнил улучшение хаба 2. Электроэнергия и обшивка. В плавильне можно переплавить сырую руду, например, медь и железо в слитки, а с помощью сжигателя биомассы, заправленного топливом, можно производить чего-то, а энергию. Интересные факты местной флоры и фауны в большом своем совместимы с технологией Fixit. Заправка сжигателя биомассы ненадлежащим материалами приведет к урезанию и даже отмене вашей годовой премии. Следующая задача — выполнить улучшение хаба 3. Так, а что нам на улучшение хаба 3 нужно? Нам нужна проволочка, пластиночки и пруточки. Понятно. Так, что там с толчком? Ни хрена, как здесь все просторно стало. Так, а где там? А вот. А вот там. Так, толчок еще, короче, не завезли. Но толчок еще заработать нужно. У меня все, в принципе, все правильно. Так, слономух, живи пока. Потом тебя один раз уже грохнули, получилось нехорошо. Так, что нам надо? Давай, свет в оконце. Помимо света в оконце, что нам еще надо? Мастерская, нам нужен верстак. Где-нибудь тебя сюда поставим, а нам нужны пластины для этого. Для того, что... А, верстак-то вот он еще здесь. Так, что нам надо? Нам надо вот это пока. Нам надо пока вот это. Еще нам надо добыть меди, потому что без меди дело дальше не пойдет. Начинать сначала, на самом деле, довольно тяжело. А уж начинать сначала через 2 года, тем более тяжелее. Тяжелее в 2 раза. Ой, так, что там нам хочется? Нам же нужно идти по этому, по обучению, да? Так, демонтажа строений, плавильня только при условии подключения к источнику, сжигатели биомассы расположены в хабе, сжигая древесину и другие штуки. Так, мне нужно, получается, меди. Где меди? Медь где-то здесь должна быть. Да, должна быть где-то здесь, только хрен знает где. М-м, 160 метров? А где там медь? Я не помню, чтобы там была медь. Так, а другая медь где? Карту, конечно... Да, карты у нас нет. А другая 400 метров вот там. Придется наверх ходить. Блин, наверх здесь ходить неудобно будет. Прям вообще неудобно. Мне нужны какие-то фундаменты для того, чтобы ходить наверх. Да, наверх здесь будет ходить не очень. Так, а что ты хочешь, чтобы я здесь делал? А ничего ты хочешь. Просто хочешь, чтобы я тебе что-то рассказал.
Так, железные пластины, железные пруты и медная проволока. Но без медной проволоки дальше у нас дело не пойдет. Значит, пойдем наверх. И ближайшая медь у нас доступна будет вот отсюда. Так, кстати, все время забываю. Нам же нужно теперь много-много биомасс. Так, где-то там есть-то? 32 метра. О, а вот и медь нашлась. А вот и кабан. Мы не таких кабанов побеждали. Тоже мне тут. Ну что ж, теперь надо наковырять себе мальца медной руды. Вопрос только, сколько мне ее надо. Кто не знал, он, кстати говоря, выбивает Вивил Рокью. Так, значит, у нас есть... Что у нас есть-то? 52 медных руды. На 20 этих, по идее, мне должно хватить. Но вообще красиво, кстати. Пока не тормозит, вообще все красота. Ой-ой-ой-ой. Ладно, страшно. Так, продолжаем собирать кусты, кусты, кусты. О, грибочки. Я таких грибочков не помню. Прикольные грибочки. Там ж пауки наверняка, я то не пойду. Вообще такой пещеры не помню. И сразу была такая пещера. По-моему, здесь не было такой пещеры. Или что-то с памятью моей стало. Такое тоже может быть. А ладно, значит, нам нужно делать теперь себе медных слитков, из которых мы нахреначим себе потом 20 проволоки. Еще нам нужно добыть железо для того, чтобы нахреначить себе немножечко пластин и всего остального. Так, ну, без проблем. Так, проволока. Проволока 20 у нас уже есть. Делаем себе 20 проволоки, пока больше сильно делать не будем. Хотя нам нужно будет потом на провода, конечно. Ну, допустим. Так, теперь железные пруты нам тоже нужно в количестве 20 штук. Делаем себе. Так, и железных пластин нам нужно тоже 20 штук. Нам не хватит. А у меня разве не должны быть уже переносные эти? Я что-то помню, раньше их давали. Переносные буры. Возможно, их теперь дадут за прохождение обучения, что ли? Ладно, пока помучимся тогда. Так, я его добываю вообще, что-то ничего не увеличивается. Ну да, я ее добываю, только... А, вон оно, все, оно скрыто просто. Думаю, где мои сообщения о том, что я добываю руду? Так, железный слиток нам нужен для того, чтобы добыть себе железных пластин в количестве 20 штук. Ну что ж, сделаем это. Двадцать. Так, делаем себе 20 пластин. И еще одно попугайское крылышко, а ручки-то вот они. Отлично. Значит, у нас теперь есть это и вот это. Погнали. Новые строили, новые детали, новые сканируемые ресурсы. Выполнил улучшение Хаба 3, внутреннее обустройство. Конструктор может производить простые детали, а электростолбы позволяют расширить электросеть. На случай ваших неизбежных ошибок, аппарация Fixit предусмотрела функцию демонтажа, которая позволяет сберечь все ресурсы, используемые в строительстве. Согласно нашей политике нулевых отходов, мы понимаем, что первопроходцы Fixit всего лишь люди, им свойственно ошибаться. Следующая задача — выполнить улучшение Хаба 4. Теперь мы люди. Теперь мы наконец-то люди. Так, толчок-то подвезли, нет? Много чего... Оп, ни хрена себе, где все появилось. Вот оно что. А раньше здесь, во-первых, были неприятные лака. О. Так.
перенести стопку, разделить, закрыть. А как смыть? Не то, что в толчок можешь это положить, это, конечно, забавная штука. Ладно, возможно, что-то у нас появится потом. Или здесь есть где-то кнопочка смыва. Пока это больше всего меня интересует, Вася, в происходящем событии. Интересно, они хаб доработали. Знаете, что такое? О-о-о! Ух, ни хрена себе! Вот это да! Да, я полностью с тобой согласен. Маска-сварщик — самая тема. Ну, что-то не очень сильно отличается одно от другого, прям скажем. Так, брелок. Добавно. Так, фиксит или я радиоактивные отходы присобачу. Так, основной цвет. Не, ну, в принципе, оранжевенький меня устраивает. Только такой более ярко-оранжевенький. Это, в принципе, особо ни на что не влияет, на самом деле, потому что никто меня все равно не увидит. Но, тем не менее, так, ладно. Теперь у меня есть вот такая... Нет, не вот такая. Где эта штука? О, вот такая. Забавно. Выглядит прикольно. Так, а что еще тут есть? Видимо, пока этим не могу пользоваться, либо я не могу пользоваться этим совсем. Ладно, допустим, прикольные изменения. Так, что там нам надо дальше? Улучшение хаба 4. Выбрать цель. Ух, так, теперь нам нужен бетонский. Нам нужно 75 пластин и 20 провода. Так, бетонский, 75 пластин и 20 провода. Так, а что нам еще? Что мы теперь можем строить? Мы теперь можем строить еще мастерскую. Так, ну вот надо начать тогда с мастерской. Это у нас получается 6 и 4. Ничего у нас как бы и нет. Подождем тогда. Там же без мастерской дальше будет грустно. Так, во-первых, сделаем себе 1, 2, 4. Во-вторых, сделаем себе... Не хватает. 5. 5, а нужно 6. И ковырнем себе... О, наконец-то теперь железную руду. Видно, что она ковыряется. Так, ковырнем себе мальца железной руды. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, вернем себе железные руды мальца. Делаем себе еще немножечко вот такого вот. Так, теперь, значит, нам надо крафтануть себе мастерскую. Блин, их 6 нужно. Чего мне показалось, что их нужно не 6? Ну, ладно. Так, 6 пластин. Господи, у меня нет 6 пластин. Как такой был в последний раз? Наоборот, не 6 и 4, а 4 и 6. Так, ну давай куда-нибудь вот так вот и развернем. Как-то пока, мне кажется, прекрасное место. Так, поскольку теперь у нас есть мастерская, мы можем сделать переносные буры. Но для этого нам, твою мать, нужно еще железо. Ну что ж, пойдем еще железо сюда будем. В таком случае, раз на то пошло. Так-так, добывай. Ни хрена себе ногти слономуху нарисовали. Нет, ведь мадрик. Слонобух, что они с тобой сделали? Ладно, не кричи. Он, кстати, не слонобух, он космический жираф. Но мы-то все знаем, что он слонобух на самом деле. Итого, значит, нам нужны пластины и нам нужны пруты. Для того, чтобы сделать себе переносных буров. Все перегоняем в железо для начала. Железные слиточки у нас есть в количестве 30 штук. В принципе, для начала нам будет достаточно. Значит, делаем себе некоторое количество вот этого. Потом делаем себе некоторое количество прутов. Этого нам должно хватить на то, чтобы сделать некоторое количество буров. Раз буров. Два буров. Три буров. Ну, не очень большое количество буров у нас, прям скажем, есть. Так, буров. Буров. Так, как тебя используют-то, буров? Они стакаются? Прикольно. А раньше не стакались.
Так, Буров. Берем Буров в руки. И куда-нибудь тебя. Так. Раз Буров, два Буров, а еще один Буров надо дотащить до меди. Потому что без меди нам будет как-то немножко скучновато. Пока тут у нас два Буров ковыряются, один Буров должен быть там. Отлично. Так, ты, Буров, будешь у нас добываться вот здесь. Ну, дай на Димасу посмотрю. Не, аниматоры у них, конечно, охрененные. Не, прям реально крутые ребята. Ну, добывает еще быстро, смотри. 40 минут, между прочим. Ладно, возьмем отсюда немножечко руды, теперь пойдем вниз. Да, попутно собирая хворост. Так, собирая хворост, мы пойдем вниз. Мы пойдем вниз, собирая хворост. Теперь, значит, отсюда забираем немножечко руды. Отсюда тоже забираем немножечко руды. Вот так сейчас оно поживее пойдет. Теперь мне нужно немножечко все это переработать во что-то более полезное. Так, во-первых, мне нужны железные слитки. Во-вторых, мне нужны будут сейчас плавилки. Мне нужны будут добывалки. Мне нужно будет что-то еще. Сейчас мы подумаем, что нам еще нужно. Для того, чтобы все у нас было хорошо. Что нам нужно еще, чтобы было все хорошо? Для начала мне нужны слитки, конечно. Потому что без слитков дальше у нас дело не пойдет. Ладно. Немножечко слитков сделали, теперь сделаем немножко таких слитков. Немножечко таких слитков у нас тоже готово. Так, теперь давай смотреть, значит, что нам надо для того, чтобы бахнуть себе... Так, плавильный конструктор. Электропередач, энергостол. Так, ну, во-первых, нам нужно две плавильни. Две плавильни нам нужны. Что нам еще надо? Нам, получается, нужно делать потом, после плавильни. Раз, два... 3-4 штуки. И плавильни нам, кстати говоря, нужно будет побольше, потому что мы не можем с ними ничего сделать. Так, а еще нам нужно будет некоторое количество вот этих и некоторое количество столбов. А, усиленные пластины нужны. А для чего нужны пластины усиленные? Из чего у нас делаются усиленные пластины? Так, а железо нам, кстати говоря, особо и не надо. Нам нужны пруты в основном. Так, делаем все пруты. Делаем все мальца проволочки. Усиленные пластины нам нужны будут и винты, еще нам нужен будет бетон, которого у нас ни хрена нет. Так, руты теперь начнут заканчиваться. Ну, тогда нам и пластины нужны, без пластин мы усиленные не сделаем. Еще там у нас усиленные-то делают сейчас, да, из кучи винтов и вот этой штуки. Раз, два, а нам нужно 8. Эх, да, неприятная история получилась, ну ладно. Немножечко себе подковыряем еще. Потому что иначе у нас дело не пойдет. Никуда. Добывалки у нас пока еще нет. Так, может мы себе сначала что-нибудь такое простенькое бахнем? Дай-ка мы себе бахнем, наверное, что-нибудь простенького. Если нам нужна просто одна плавилка, вот на одну плавилку нам, в принципе, достаточно будет. Так, куда бы тебя поставить? Где у нас до хрена места? Пока что. И не сильно далеко тащить отсюда. Ну, давай поставим, не знаю. Хоть и поставить-то. Давай поставим тебя сюда. Так, поставим сюда плавилку. А столб? А на столб мне не хватает бетона. Понятно. Ладно. Эта проблема у нас тоже решаема вполне, потому что бетон здесь есть прямочки. Прям он. Вот он. Бедное месторождение известняка, но нам будет достаточно. Я думаю, что надо переставить одного товарища на известняк, которого я там сделал. Потому что только железо мне не надо, а вот известняк мне еще пригодится для того, чтобы строить всякое.
Так, во-первых, мы забираем, во-вторых, мы забираем бур. Так, во-вторых, мы забираем бур. То, что можно две штуки брать в руки, это, кстати, прикольно. Так, бур. Значит, ты у нас будешь стоять вот здесь. Он, кстати, уже добывает что-то. Прикольно. Анимация еще не закончилась, а добыча уже идет. Возьмем себе десяток известняка отсюда, и нормально пока. Так, нормально. Значит, десяток известняка у нас есть. Пойдем теперь сделаем себе или не сделаем. Да, сделаем. Сделаем себе как раз два бетона. В данном случае три. И теперь мы сможем сделать энергостолб. Где-нибудь... Да, тебя поставить, господи. Вот сюда тебя поставить. Так, только у меня нет кабеля для того, чтобы все это соединить. Лады. Не проблема. Так, делаем сейчас еще немножечко кабеля. Кабеля, кстати, нам нужен до хрена. Нам и кабеля нужен до хрена, и проволоки, и железных путов, и все на свете. Так, ну что ж, собираем свою первую энергосеть. Значит, одно подключаем сюда. Ты штука у нас будешь... Что ты у нас будешь плавить? У нас будешь плавить железные слитки. Мы в тебя загрузим пока, ну, вот так вот, железную руду. А конвейеров-то у меня пока еще все равно один хрен нету. Ну что ж, нету и нету. А биомассу я могу сжигать только в прямом виде. Ну ладно, пусть горит. Шо ж. Сентябрь горит, убивец плачет, все такое. Делаем себе еще одну плавильню, мне нужно 5 прутов. Которая будет переплавлять у нас уже медь. 5 прутов. Угу, так. Ставим теперь другую плавильню. Где-нибудь прямо непосредственно вот здесь. Ты у нас будешь заниматься переплавкой медных слитков. И сейчас мы в тебя загрузим немножечко медной руды и подключим. Так, работай. Работайте, негры, солнце еще высоко. Апельсиновые корки получите позже. Теперь, либо я делаю... Ну, блин, конечно, мне по-хорошему еще станок для бетона бы не помешал бы. Как раз один конструктор, в принципе, мы здесь бахнуть можем. Потому что бетон у нас такая штука. Так. Ты у нас будешь делать нам немножечко бетона из немножечко известняка, которого ни хрена нет. Так, пойдем себе возьмем немножечко известняка, чтобы он у нас немножечко был. Так. Забираем 44 известняка. Маловато будет, конечно. Ну ладно, пойдет. Для начала пойдет, главное, чтобы не руками. Чем бы дитя не тешилось, главное, чтобы не руками. Отлично. Растительные взяли, бензопилы у нас пока нет. На то, чтобы что-то из этого делать, ну, что-то у нас есть. Так, теперь пойдем, значит, дальше. Нам нужно определенное количество кое-чего. Для того, чтобы у нас все работало. У нас же нет пока ни одной ленты, правильно? Ну да, ни одной ленты у нас нет. Откуда бы им, собственно, взяться? Так, пойду я тогда вручную доплавлю, пока у нас там плавится. Заплавим еще здесь. И тогда мне нужно будет, получается, на следующую фазу некоторое количество всего. А именно, мне нужно 20 кабеля, 10 цемента и 75 пластин. Так, железная руда заканчивается. Тём, закончил железная руда. Железная руда закончилась. Замечательно. Значит, теперь, поскольку у нас закончилась железная руда, сейчас мы себе бахнем некоторое количество пластин. Нам нужно 75 штук. Еще немножечко переплавленных железных слитков мы сейчас возьмем с наших приблуд, которые мы там только что поставили. И еще мне нужно будет немножечко кабеля. Для этого нужно будет немножечко проволоки. Кабеля нам нужно 20 штук. Ни хрена нам не хватит. Того, что есть, естественно. Но это нормально. Так, что вы тут наделали мне? И здесь бетон нам нужен. Так, бетон мы наделали 15 штук. Этого нам достаточно. Отсюда мы забираем слитки железные. Отсюда мы забираем слитки медные. А что их так мало? Их так мало, потому что было мало руды. Ну ладно. Значит, доделаем себе еще маленечко проволоки. На то, чтобы сделать себе 7 кабеля. Из 7 кабеля делаем себе 20-ку вот этого. Теперь делаем... Еще пластин железных. 75 штукарей нам нужно. Есть 66.
Отлично. Теперь у нас есть 76 пластин. Теперь мы можем это все погрузить сюда и улучшить хаб. О, игрок улучшен, да? Выполнил улучшение хаба 4, посадочная платформа и подсобное сооружение. Конвейерные ленты прокладываются от выходов основного строения к входам другого строения для транспортировки ресурсов. Учитывая прошлые инциденты, меня попросили уточнить. Переносные буры, очевидно, не предназначены для присоединения к конвейерным лентам. Ни визуально, ни функционально, ничто не указывает на возможность такого присоединения. Если вам не под силу смириться с этим, не переживайте. Фиксит предусмотрены альтернативные способы применения любых первопроходцев. Следующая задача — выполнить улучшение хаба 5. Ну что ж, выполним улучшение хаба 5. Значит, нам дадут еще ячейки инвентаря, буровую установку и складской контейнер. Замечательно. В принципе, это то, что нам надо. Для этого нам нужно еще прутов, проводов и цемента. Так, а что нам еще туда ли, говоришь? Особенное. Так, это все понятно. А, конвейерные ленты нам дали. Конвейерные ленты и конвейерные стойки. К сожалению, и то, и другое требует у нас железных пластин. В целом, железные пластин-то мы можем хреначить. А разветвителя мне не дали, да? Да, разветвитель, наверное, мне не дали. Очень жаль. Мне же не дали еще разветвить? Ну да. Логистика у нас только конвейерные ленты. Ну, конвейерные ленты — это лучше, чем ничего. Это лучше, чем ничего. Единственное, что у нас нет ни проводов, ни укрепленных пластин. Сильных пластин нужно две штуки на одну такую. Мне хватит на один ровно. Ну, такое себе, конечно. Ладно, я думаю, что мы начнем, наверное, с более простой истории. Мы сейчас все вручную сделаем и сразу начнем с буровых. Так, взять все. Значит, здесь у нас железо. Здесь у нас была медь. Да, здесь у нас была медь. А вот здесь вот у нас был железо. Значит, мы берем железные слитки и загружаем все в железную руду. Поехали раз. Теперь поехали два. Значит, забираем отсюда весь цементобетонный известняк. И загружаем цементобетонный известняк. Так, где он там есть? Господи, вот он. Так, и загружаем его вот сюда. Здесь есть что-нибудь? Ничего здесь нет. Так, цементобетонный известняк. Теперь нам надо сходить еще за медью немножечко. Потому что без меди у нас тоже дело не пойдет. И пока идем за медью, будем собирать кусты. Ай, куй твою мать. Что-то я засмотрелся на кусты. Ну ладно, это дало нам возможность собрать еще больше кустов. Там, где раньше я не ходил. Не то, чтобы я планировал сделать именно так. Но раз уж так получилось, придется импровизировать. Конвейерный лент нельзя присоединять к буровым установкам. Это, конечно, прикол. Эх, так, немножечко листвы собрали. Теперь забираем отсюда немножечко меди. Так, немножечко медь тоже собрали. Так, соберемся еще немножечко листвы. Что-то я не пойму, у меня здоровье регенерируется до полного, что ли? А раньше был только до трех клеточек. Это что ж, я не буду больше бегать с тремя клеточками здоровья? Какая подстава. Так, отлично, значит, пошло медь. Отсюда мы забираем тогда слиток железный. И делаем себе... Так, в чем себе сделаем? Мы делаем себе прутов. Нам их нужно 75 штук. И 50 проводов. Угу, получилось 70. Так, еще 5 осталось. Кабель, кабель, кабель. Кабель маловат, кабель, конечно. Мои кабели у нас получилось всего 14. Ну, ничего страшного. Так, забираемся еще железных слитков. Забираемся еще медных. Так, железных надо бы еще подгрузить. А то они сейчас быстренько закончатся. Пока у нас все на ручной тяге.
Загружаем, забираем. И 20 цемента нам нужно. У нас есть 30 как раз. Замечательно. Так, еще немножечко железных прутов в количестве 75 штук есть. Теперь проволока. Сколько у меня там этих? 14. То есть нам нужно еще 36 штук. На 36 штук мне меди не хватит. К сожалению. Да, у нас 41. Видимо, за медью придется еще идти. Потому что она, скорее всего, здесь закончилась. А, не, не закончилась. Ни хрена не закончилась, значит, ходить не придется. Значит, мы спокойно себе доделаем сейчас. 41, нам надо всего лишь 9 штучек. О! Так, 50. По идее, мне всего хватает. Выполнил улучшение хаба 5, расширение электросети. В отличие от переносного бура, буровая установка может присоединиться к конвейерным лентам и требует электроэнергии. Предупреждение. По мере расширения производства, энергопотребление может превысить возможности вашей электросети. Мы проводим инструктаж, поскольку первопроходцы фиксит часто возникают нарушения памяти при прибытии на новую планету. Если у вас наблюдается кровотечение из носа, тошнота, экзистенциализм и зуд кожи головы, причин для беспокойства нет. Все это обычно проходит за 5-7 рабочих дней. Следующая задача — выполнить улучшение хаба 6. Так, а что у нас в улучшении хаба 6? О, сжигатель биомассы дадут. Улучшение хаба 6, в принципе, это все то же самое, только больше. Точно такой же, только больше, но другой. Выполнить улучшение хаба 6. Нам дали буровые установки. И нам дали складские контейнеры. Но, в принципе, здесь городить какую-то автоматизированную вещь пока особо смысла-то и нет. В общем и целом. Потому что если мы сейчас подвесим все это на энергосеть без, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому пока будем продолжать заниматься вот этим до улучшения хаба. А потом уже делать плюс-минус что-то нормальное. Так, сюда загружаем известняк. Что у нас здесь? Отсюда забираем слиток железный. Хотя, в принципе, еще какой-нибудь станочек-то сделать, наверное, можно было бы. Отсюда загружаем железную штуку. Сюда загружаем железную штуку. Хватает мне на конструктор? Не хватает мне на конструктор, потому что нет проводов. Ну что ж, пойдем сделаем себе немножко кабеля и сделаем немножечко проводов. Угу, так, немножечко проводов готово. Теперь можем сделать себе конструктор, который будет производить нам чего? Существо, Миша? Существо. Мешает оно мне тут. Так, что мы будем делать? А что мне надо? Мне нужны пруты. Мне нужны пруты. В принципе, считаю то, что мне нужны пруты, и больше мне ничего не надо. Мы можем вполне себе сделать... Так, что там у нас? Ну, здесь. Мы можем вполне себе поставить вот так. О, прикольно, кстати. Ага, закончилось. Закончилось, а этого у нас больше нет. Ну что ж, нам нужна, значит, медь еще, получается. Провода медные. Вернее, медная проволока. Так, немножечко медной проволоки. Перерабатываем одно в другое. Так, тебя мы отсоединяем. Тебя мы делаем еще один провод. И уже от тебя мы тогда подключаемся сюда. Подключаемся туда. На провод делать мы здесь будем вот такие вот пруточки. Из этих нам нужно делать, по идее, проволоку. Но мне не хватит... Да, мне не хватит на еще один конструктор, поэтому хрен с ней. Проволока, в принципе, делается довольно быстро. Здесь пруточки пока делаются, а мы пойдем пока за медью сходим. Раз уж на то пошло. Главное не упасть вниз. Я что, подкат не работает, что ли? А, не, потому что на поверхность на наклонную бегу. Поэтому не работает. Забираем.
и идем вниз. Так, надо проверить, что будет с регеном здоровья. Потому что такое ощущение, что он теперь регенится. Так, 12 железных прутов у нас готово. Сюда мы загружаем, получается. Еще отсюда забираем слитки медные. И мне надо еще догрузить некоторое количество бетона. Некоторое количество бетона отправляется сюда. Некоторое количество готового мы забираем отсюда. Теперь надо сделать себе проволоки. Как раз практически сотни ее и получится. Да даже не практически, а больше сотни. Пруточки у меня делаются. Железные пластины я сейчас делаю так. И, в принципе, цемент у меня делается в этом. И все. На улучшение хаба нам будет более чем достаточно. Есть. Сотка готова. Теперь пойдем пластинки сделаем себе. Здесь сотка готова. По цементу у меня 49. Мне нужен еще один кусочек цемента. Это, в принципе, не сильно большая проблема. Даже вообще никакая. Железные пластины я сейчас делаю. Если что, мы, в принципе, можем здесь в хайпе переплавить себе железные слитки из руды. Если захотим, он руды у нас еще 16 штук осталось. 2 по 16. Так, бетона отсюда забираем. У нас достаточно его будет. Здесь не хватает железной руды. Как раз заправляем сюда железную руду. Отсюда забираем 23 прута, что-то как-то маловато будет. Маловато будет. Зато здесь есть 72 слитка, которые не оприходованы. Ну ладно, мы не будем мешаться. Мы сейчас делаем по-другому. Для того, чтобы ускорить данный процесс, мы сейчас возьмем отсюда всю железную руду. Ну да, в принципе, так и должно было быть. Это мы загрузим сюда, это мы загрузим сюда и... так... И нацепим одно на другое. О, разблокирован новый риск. Починить перегоревший. Какой риск? Короче, я починил перегоревший предохранитель. Так, я же сюда шел. Все, здесь железные руды у нас дохрена. Пруты у нас делаются. Значит, из остатков мы сейчас сделаем себе еще некоторое количество железных слитков. Из железных слитков мы себе сделаем еще некоторое количество. Так, 86. Значит, нам нужно немножечко еще отсюда забрать. Так, 44 можно вернуть обратно, потому что мне, в принципе, больше не надо. И сделать себе еще немножечко железных пластин. Железных пластин у нас получается сотка. Этих у нас уже есть нужное количество. Теперь мы сейчас набахаем себе мальца железного прута. И получается 70 штук. Теперь мне надо, чтобы 30 произвелось еще вот здесь. Здесь произвелось пока 15. Короче говоря, быстрее будет руками это сделать. Нет у нас пока надежды на малоэффективные станки. А на собственные руки надежда есть. Хобана. Так, теперь смотрим, что нам не хватает. Всего нам хватает. Выполнено улучшение. Гидравлика посадочной платформы. Началась посадка грузового корабля. Поздравляем, вы прошли инструктаж и достигли минимального уровня навыка, в котором должен обладать первопроходец Фиксит. Фиксит с нетерпением ожидает ваших будущих достижений, ведь у нас с вами одно будущее. В хабе появились цели уровня 1 и 2, а сжигатели биомассы теперь можно строить отдельно. Ваша первая официальная задача — запустить проект сборка, построив космический лифт. Для выполнения этой задачи вам потребуется много ресурсов, поэтому Фиксит рекомендует приступить к работе. Ну что ж, вот такие вот дела. По-хорошему, надо все это взять и переместиться немножко в другое место.
Странно, почему у меня не работает карта? По идее, карта должна уже открываться с этого момента. Ну ладно, не работает и не работает. Короче говоря, нам надо будет передислоцироваться куда-то примерно вот в ту степь. Я так думаю, потому что там неплохо. Там у нас, если не убрали, конечно, вот это большой вопрос. Там у нас должна быть и железо, и медь там должна быть, и все это должно быть рядом. И известняк. Про месторождение бедное, ну да и хрен с ним. Можно, конечно, переместиться еще куда-нибудь. О, слизнячок висит. Пойдем, кстати, соберем его. Что нам скажет Ада по поводу слизнячка? На самом деле его отсюда еще хрен соберу. Там наверняка сейчас какая-нибудь тварь будет. Будет тварь, нет? Нет, тварей нету. Судя по всему, этот полуслизень существует исключительно за счет того, что поглощает и сберегает энергию из окружающей среды. Его изучение поможет разработать новые методы оптимизации производства фиксит. Сохранить этот потенциальный ресурс для дальнейшего применения. Так, ну что ж, вот мы находимся здесь на высокой горе. В принципе, место нормальное. Здесь у нас сосредоточено практически все. В общем, начать можно строиться примерно и отсюда. Здесь, конечно, вот эта вот вонючая жижня, но с вонючей жижней можно будет потом разобраться по необходимости. Такое ощущение, что там кусок кварца валяется. Так, ну, в принципе, нормально. Возможно, мы отсюда и начнем наше развитие. А может быть, я куда-нибудь отсюда передислоцируюсь. Короче, ладно, это мы еще подумаем. Факт в том, что мы прошли обучение с вами. Вернее, я прошел, а кто-то до сюда даже досмотрел. И теперь мы можем спокойно... Совершенно спокойно. Так, список мы очищаем, да, потому что ничего не надо. Теперь можем совершенно спокойно переходить к базовой автоматизации. А потом... Где у нас тут каньон-то угольный? Нет, все-таки надо будет, наверное, отсюда делать ноги, потому что конкретно в этом месте угля нет. А делать угольную электростанцию нам все-таки рано или поздно придется. Ну что ж, это мы уже в следующей серии как-то с вами... обработаем, подумаем и сделаем. Но на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, ребят, за внимание. Оставайтесь на связи. Узко известный в широких кругах. Строил заводы в игре Виталях. Строил заводы. Чужие смотрел. В общем, контент делал так, как умел. Зритель внимательный, ловит момент и оставляет правдивый коммент. С ним соглашаюсь, конечно, и я. Автор не видит порой небу.